Jaya Radha Madhava, Jaya Kunjabi Hari, Jaya, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivaradhari, Yashoda Narayana, Vraja Jana Ranjana, Yashoda Narayana, Vraja Jana Ranjana, Yamunati, Yamunatira, Vanachari, Yamunatira, Vanachari, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Рама Рама, Харе Харе, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Чила Прабхупада, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Джая Прабхупада, Чила Прабхупада. Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Нараянам намаскритям. Нарам чива наротамам. Дивим Сарасватим Ясам, Тато Джаям Удираят, Нашта Прейша Бадришу, Нитьям Бхагавата Севая, Бхагавати Утама Шлоке, Бхактир Бхавати Найштики, Ям правлан жантам анапетам апета критьям, двай паяно вирахахатара аджуава, потрититан маята йотара вобинедус, там сарабутам хридаям униманатосми, яксану хам килашрути сарамекам, адям падипам тишхам тамонтхам, сам сарама коронака пурана гухьям, там ясасунум паяме гуру мунинам, омагьяна тимирандасья, Джананджана Шалакая, Чакшурун Милитам Йена, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Читанья Манобиштам, Стапитам Йена Бутале, Своям Рупах Карамахьям, Дарати Свападантикам, Вандихам Шри Гуро, Шютапада Камалам, Шри Гурун Вайшнавам Ча, Шри Рупам Саграджатам Сахагана, Ранатхан Витам Там Садживам, Садвайтам Савадхутам Париджана Сухитан, Чи Кришна Читанья Дивам, Чи Радха Кришна Падан, Сахагана Лалита Шри Вишакавитам Ща, Хе Кришна Каруна Синдху, Динабанху Джагатпоте, Гопишан Гопика Канта Радха Канта Намастуте, Тапта Канчана Гуранги Радхи Вриндаваны Швари, Вришабану Суту Деви Пранамами Хари Прие, Ванчакальпатру бьяща, крипасинху бьяйвача, патитанам паванайпьо вайшнавайпьо намо намахам. Джайши Кришна Читанья Прабунтинанда, Ши Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхакта Вринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Вишнупадая Кришна Пришхавутале Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачалине. Нервишеша Шунивади Пащатьяда Шатарине. Намашешку Ману Пишачи Путрам Атрасварупам. Рупам Тасягражам Урупурим Атхурим Гоштхаватим. Радхакундам Гириварам Ахуратхикам Атхавашам. Правто я сопротито крипая Шигурум там на то сми. И Гуру Гьяна Дадина Бандху, Сванада Дата Карунайка Синдху, Навасита Хита Аватара, Прасидарадха Праная Прачара, Нитинанда Махам Номи Сваранда Карампарам, Харинама Прадам Дивам Аватхута Широманим, Калах Калирбалини Инди Вари Варгах, Шибакти Марга Ихантака Коти Рудхах, Кваями Виклахки Махам Кароми, Читани Чадар Ядинаде Крипам Кароши, Анджанома Битобуджаука Накава Дато, Санкиртана Капитаро Камалая Такша, Бишвамбаро Двиджаваро Дарма Пала, Вандеджа Каплекару Каруна Аватара, Анарпита Чирим Чират Каруна Вартирна Калум, Симптум Враласан Свабакти Шрием, Арипурата Сундара, Дюти Кадамба Санди Питах, Садахридая Кандаре, Спаратувах Шачинанданах, Сантах правишим амвачимам прасуптам, Санжива Цихил Шакти Дварх Садамна, Аня Чахаса Чарнак Шварам Твагадин, Пранан Намо Бхагавате Пурушая Тубьям. Давай восьми,
Давай восьмины дживами твои вина, и ти визная радхитвам, наймам чернантикам. Хари Кришна, очень рад оказаться в вашем обществе. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам о том, как Махини Мурти очаровывает Господа Шиву. Интересно, что Господь Шива попадает периодически в какие-то интересные приключения, и Господь Кришна никогда на него не злится, в отличие от Господа Брамы. Окей. Тава ива чаранам буджам. Тава ива чаранам буджам. Тава ива чаранам буджам. Шескаманирашишах. Шескаманирашишах. Висраджа пхая таксангам. Висраджа йопхая таксангам. Висраджа йопхая таксангам. Мунаях самупасате. Давай вачернабоджам. Шескаманирашишах. Висраджа йопхая таксангам. Мунаях самупасате. Пожалуйста. Давай вачарана боджам. Яскаманирашишаха. Саджа йобхаята сангам. Муная самупасате. Учаранам боджам. Яскаманира. Яскаманирашишахам. Сиджьобаятаксангам. Наясамупасате. Окей. Тава. Твоим. Эва. Поистине. Чарана бхуджам. Лотосным стопам. Шриях Кама. Те, кто стремится к высшему благу, высшей цели жизни. Нираши Шах. Свободный от материальных желаний. Вистриджья. Отказываясь. Упхаятах. И в этой, и в следующей жизни. Сангам. От привязанности. Мунаях. Великие мудрецы. Самопасате. Поклоняются.
чистые преданные или великие святые, стремящиеся достичь высшей цели жизни и полностью свободны от материального желания ублажать свои чувства, всегда занимаются трансцендентным служением твоим лотосным стопам. Комментарий Его Божественной Милости. Абхай Чаравинды Бхактивиданта с вами Шилапрапада, Шилапрападаки. Обитателям материального мира считают того, кто думает, я тело и все, что с этим телом связано, лежит мне. А то греха кшатрасу тапта витайр джанасья моха я махатма мети. Таков признак материального сознания. Тот, кто придерживается материально-этических представлений жизни, думает, это мой дом, моя земля, моя семья, моя страна и так далее. Но святые, которые идут по стопам Нарады Муни, Мунаях, посвящаются трансцендентному любовному служению Господу, нисколько не стремясь потворствовать своим чувствам. Аньяпхилашиташуньям, джанна карма анавритам. Все помыслы чистых преданных в этой и в следующей жизни связаны со служением Верховному Господу. Поскольку никакого другого желания этих преданных нет, они абсолютны, как и сам Господь. Они свободны от двойственности, порождая материальными желаниями. Поэтому называют шеяскамах. Иными словами, их не интересует дхарма, религиозные ритуалы, артха, материальное процветание, или кама, чувственные наслаждения. Единственное, к чему они стремятся, это мокша, освобождение. Но мокша здесь вовсе не значит, что преданные, подобно философам Майяваде, хотят слиться со Всевышним. Чайтанья Махапрабху учил, что истинный мокша достигает лишь тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп личности Бога. Он исчерпывающе объяснил это в своих наставлениях с Рамбамом Бхаттачарьи. Бхаттачарья захотел спросить в одном из стихов Шримад-Бхагаватам слово «мукти-паде», но Чайтанья Махапрабху сказал ему, что нет никакой надобности исправлять что бы то ни было в Шримад-Бхагаватам. Он объяснил, что слово «мукти-паде» относится к лотосным стопам Верховного Господа Вишну, которого называют Мукундой, дарующим мукти. Его не интересуют религиозные ритуалы, экономическое процветание или чувственное удовольствие. Чистый преданный хочет только одного – служить лотосным стопам Господа. Таваива чаран боджам шескама нирашишах висаджио бхатаях сангам мунаях самопасате. Шинтай Гурачандра ки, Шиши Джаганах Баладев Субхадра Деви ки, трансцендентный Пуджари Искон ки. И в этом замечательном стихе, относительно небольшом комментарии, Шрила Прабхупада объясняет разницу между настроением материального мира и настроение духовного мира. Настроение духовного мира означает, я хочу, чтобы Кришне, его преданным было хорошо. Настроение материального мира означает, что я хочу эксплуатировать Бога. Я хочу, чтобы все было так, как я хочу. Мне принадлежит эта страна, мне принадлежит эта река, мне принадлежит эта улица, мне принадлежит этот город, мне все принадлежит, и все должны действовать в соответствии с моими планами. Но несмотря на то, что у меня никогда так не получается, я все равно хочу, чтобы было так. Почему? Почему? В частности, потому что я отождествляю себя с этим совсем и думаю, пытаюсь занять вот то самое место в центре, которое всегда занято. В тот момент, что я пытаюсь это сделать, вчера мы пытались понять, как оценить степень моего предания. Вот степень предания можно начать оценивать в тот момент, что я хотя бы теоретически хочу пытаться не занимать место в центре, а где-нибудь в сторонке постоять. И до того момента, что я пытаюсь занять место в центре, ни о каком предании не может быть и речи. Какое-то предание, если я хочу, чтобы все мне служили. Какое предание? О каком предании может идти речь? Сам Кришна, он Бхакта Ватсала, он слуга своих преданных. Верховная личность Бога,
Он все это создал, все это движется в соответствии с его законами. Он не обязан их, правда, соблюдать, но тем не менее, законы остаются законы. Но он сам служит своим любимым вайшнавчикам, как говорится, мой друг. И это то, что он делает. Происходит пуджа, которую организовал Махараджа Юдхиштхира. Что делает Кришна? Омывает стопы. Он не сидит где-то на троне, не забрался на алтарь. Он сидит и замывает стопы своих вайшнавов. Но нам будет это очень сложно понять до того момента, что мы что-то в этом мире считаем своим. Действительно, вчера рассказывали замечательный пример, что любой правитель в какой-то степени круче Бога. Почему? Потому что Бог никого не может изгнать. Ему некуда изгнать. Может быть, он и хочет. Сомнительно, но может быть. Но куда? Нет ничего, что не связано с Верховным Господом. Невозможно изгнать никого. Но любой правитель говорит, ты мне не подходишь, ты настраиваешь моих подданных против меня. Они начинают меньше работать и платят меньше доходов в казну. Поэтому езжают сюда куда-нибудь подальше. Ну или сажают его в тюрьму, тоже вариант. Работающий в Кали-Югу. Но Господь не может такого сделать, потому что куда ему изгнать кого-то? И поэтому Господу приходится сосуществовать с материальной оппозицией, которые хотят занять его место. Это происходит постоянно. Весь Бхагаватам пестрит лилами о том, как кто-то хочет занять место Господа. И реально они с материальной точки зрения очень возвышенные личности, очень могущественные. Но несмотря на все это, смогли ли занять кто-то из них место Бога? Нет. Но, к сожалению, меня это не удовлетворяет. Я прихожу в этот мир, издаю какой-то победный клич, пришел, увидел, победил. И говорю себе, в этот раз я точно достигну своих целей. Я точно устроюсь на месте в центре и смогу эксплуатировать материальную природу. Проходит жизнь, одна, другая, миллиардная. Заканчивается очередная жизнь. Я говорю себе, тяжело вздыхая, ну хорошо. В этот раз не получилось, но получится обязательно в следующий раз. Проблема, что в следующий раз тоже не получится. До того момента, что мы будем проявлять какие-то потуги занять место Верховного Господа, ни о каком предании не может быть речи. Однажды Шрила Прабхупада объяснил своим ученикам, что Кришна очень странный и деспотичный Бог. Он требует предания на 100%. И тут, как всегда, начался базар в таких случаях. И все начали ему плакаться, что какие вообще 100%? Ну и папа говорил, 99%. 98 тоже нормально, 90. И после этого к нему подошел один из учеников, очень печальной лекции, сказал, Прабхупада, я не то что на 90, я на 30 не в состоянии. На что он сказал, не страшно, ты просто следуй тому, что я тебе говорю. И все будет хорошо. Я знаю, говорит, служебный вход. Всегда, когда есть какой-то спектакль, концерт,
и кто-то из артистов хочет кого-то провести, он проводит через служебный вход. Там не нужно покупать билет, там все в обход правил. Шилпапада говорит, я знаю, как пробраться в обход правил в духовный мир. И держись за хвост моего Тхоти. Вот. За кончик уцепись, и все будет хорошо. И на самом деле, если мы уцепимся за этот кончик Тхоти Шилпапады, который проявлен в его книгах, которые будут законом за ближайшие века, то, соответственно, мы сможем также оказаться там. И это подтверждает Санатана Госвами, Шрила Санатана Госвами Брихат Бхагаватамрите, когда описывает путешествие Гоп-Кумара. И Кришна говорит, ты так долго путешествовал только потому, что ты не давал мне повода тебе вернуть духовный мир. Ну, то есть, вот, ни малейшего повода ты мне не давал. И вот Кришна, он ждет от нас этого повода, что мы как-то скажем, у Кришна, ну, мне все это достало. Я хочу к тебе. Это будет началом нашего духовного сознания, того, что мы будем задумываемся о том, а чего вообще, как сделать так, чтобы этот синий парень с флейтой был доволен, чтобы духовному учителю не пришлось краснеть за меня. Как сделать так, чтобы духовному учителю было хорошо. Но мы, как правило, не всегда помним об этом. Я когда прихожу к духовному учителю, я забываю, начинаю, кто чей господин. Мы до конца не понимаем, что вот проявитель этого изображения, мой господин из жизни, жизнь. Если он мой господин, значит, я не должен от него ничего требовать. Я, вообще, ожидание — это, ну, вполне легитимная вещь, но когда это переходит в требования, это уже что-то нелегитимное. И мы очень часто ожидаем от духовного учителя. Очень часто, когда мы приходим вообще к духовному учителю, и что-то ему рассказываем, что-то просим, хотим ли мы услышать, что он от нас хочет? Или мы просто хотим поставить штампик, согласовано, санкционировано, что-то в этом роде? Но это не является преданием. Когда я чего-то хочу от кого-то, это не является преданием. Преданием является, когда я готов сделать все, что угодно для того, чтобы Кришна был доволен, чтобы мой духовный учитель был доволен. Как-то пришел к слуге своего духовного учителя и спрашиваю, ну как дела, как жизнь? Он говорит, ну все классно. Я всю ночь делал презентацию для духовного учителя. У него через 2 часа лекция, только закончил. Это было приблизительно 7 утра. То есть он всю ночь не спал для того, чтобы сделать презентацию, спать днем у него не получится. Но он был абсолютно счастлив. Почему? Потому что он хотел, чтобы кто-то был им доволен. И он просто ходил и улыбался. И вот если мы по отношению к Кришне, по отношению к духовному учителю, по отношению к вайшнавам, будем задумываться, как сделать так, чтобы они были довольны. Как сделать так, чтобы в конечном счете Кришна был доволен, потому что духовные учители, вайшнавы, являются в какой-то степени представителем Верховного Господа. Духовный учитель — вообще экспансия Господа в материальном мире. Но в тот момент мы сможем предаться Кришне, развить отношения с Кришной только тогда, когда у нас будет определенное настроение по отношению к тем, кто ему необычайно дорог.
Если он этого не будет, мы никогда не сможем развить этих отношений. Потому что мы будем игнорировать, ну это очень просто. Представьте себе, у вас есть маленький ребенок, кто-то приходит, игнорирует его пожелания. Как к вам будут относиться его родители? Кришна тот же самый подход абсолютно. Он смотрит, что кто-то игнорирует его представителя. Кто-то игнорирует его любимых вайшнавов. Он делает определенные выводы. Говорит, ну, хорошо, не проблема, свобода выбора. Я дал, я не забираю, но я пошел, когда я буду нужен, ты меня позовешь. Это то, что мы игнорируем Кришну, когда мы во время джапы, время киртана, время бхагаватам сидим что-то с телефоном. Да, мы также игнорируем Кришну. Ничего не поделаешь. Это он смотрит и говорит, ну, он, конечно, преисполняется страданием и говорит, но он же все-таки пришел. Значит, все-таки он, наверное, где-то в глубине своего сердца очень глубоко хочет ко мне. Ну, надо что-то сделать для него, помочь. Но на самом деле это не то, что Кришна, что сделает. Потому что таким образом можно практиковать сознание Кришны много жизней. Шрила Прабхупада, он говорил, вы множество жизней посвятили майе. Пожалуйста, пожалуйста, посвятите всего одну жизнь Кришне. И мы можем сказать, ну, поймите, у меня много всего. Я должен ходить на работу. У меня семья, и ну, реально не остается времени. Посчитайте, вот 12 часов работа, дорога туда, дорога обратно, уже хочется спать, и все, больше ничего не хочется. Но Кришна говорит, да, я понимаю, понятно, найди. Но когда найдешь на меня время, приходи. То есть Кришна очень понятливый. Но в то же самое время он очень странный и очень требовательный Бог. Ему недостаточно для того, чтобы кто-то записался в список каких-то спасенных личностей. Ему нужно, чтобы он был единственным божеством нашего сердца. Единственное, с кем он готов поделиться, это духовный учитель. Больше ни с кем он не готов поделиться. И когда мы в глубине души Хари Кришна, когда мы в глубине души не хотим по большому счету Кришну, мы хотим чего-то другого. Мы хотим хорошо устроиться в этом мире, чтобы нам было комфортно, чтобы ну, нас не отвлекали, чтобы все было так, как мы хотим. Ну и я не готов признать, что так никогда не будет. Я надеюсь, что все-таки когда-нибудь так получится. Я безуспешно пытаюсь это сделать, но это не настроение духовного мира. С таким настроением, как говорится, со свиным рылом в калашный ряд. Нечего нам делать в духовной реальности. Потому что в духовной реальности все хотят служить друг другу. И мы иногда обижаемся, когда Шрила Прабхупада пишет, что в этот век все шудры. Я знаю целый ряд преданных, которые обиделись, когда им сказали, что они шудры. Ну, да, это довольно-таки неприкольно слушать, я согласен. Мне тоже неприятно. Кому хочется быть в последнем сословии? Всем хочется быть в первом. Это же логично. На самом деле шудра – это очень-очень высокий духовный уровень. Потому что делает шудра? Он служит всем.
Он обо всех заботится. Но с другой стороны, все заботятся о нем. И когда это происходит в том или ином месте, там происходит духовный мир. Но в тот момент, что когда я хочу чего-то для себя, происходит материальный мир. И у нас очень часто происходит вот это смешение. Но это то, чего ожидает от нас Кришна. Что мы будем заботиться о других. Господь Чайтанья говорил, я вырастил столько плодов, но я не могу сам их раздать. Их очень много, не испортится. Даже не успею заскладировать. Пожалуйста, помогите. Шрила Прабхупада говорил, у меня, тогда у него было 108 храмов. Сейчас явно это намного-намного больше. Ведь я не могу помыть в каждом храме пол, не могу приготовить просад, не могу одеть божества, посмотрите, какие они красивые. Каждый день они все более красивые, чем в предыдущий. Только один Кришна знает, что это стоит преданным Буджи, чтобы он был такой вот красивый. Но он точно знает, чего это им стоит. И он очень-очень благодарен. И мы иногда, ну, иногда нас просто бывает страх. Я хотел эту историю, на самом деле, рассказать на Нарасимха Чатурдаши. Однажды в Буджаре Нарасимхадева проснулся. Ему нужно было идти пуджарить. Просыпается, открывает глаза. А рядом с ним сидит Нарасимхадев. Представляете, вы встаете, рядом с вами угра Нарасимхадев. Не знаю. Он, в принципе, добрый очень, конечно, но что-то не знаю, насколько это будет. Ну, по крайней мере, мне показалось, что он очень добрый. Вот. И он говорит, а ты не пугайся. Да просто служи мне хорошо, и все будет классно. Улыбался, видимо, принял настроение Лакшми Нарасимхадева. На тот момент, чтобы успокоить этого Пуджари, потому что Пуджари очень переживал из-за своих оскорблений Нарасимхадева. Он сказал, ничего страшного, все будет хорошо. Ты самое главное, хорошо служи мне, вкусно меня корми, и все будет хорошо. И Кришна, на самом деле, он очень-очень милостливый. И он постоянно пытается разными мягкими способами повернуть нас к тому, чтобы мы немножко подумали о нем. Пытается нам намекнуть, обо всех остальных ты уже много жизней заботился. Позаботься немножко обо мне, пожалуйста, прочитай Бхагавадгиту. Пожалуйста, предайся мне, все будет хорошо, я тебе обещаю. Но по какой-то мистической, нелогичной причине мы не хотим этого сделать. Я не хочу предаться Кришне. По какой-то абсолютно нелогичной причине. Но логика в данном случае не работает. Вот, потому что, почему? Потому что я хочу, чтобы кому предались? Мне. Ну и я надеюсь, что это получится. И я начинаю анализировать и думать, ну кому же, как не мне, ну, достойная кандидатура. Почему все этого не понимают? Проблема заключается в том, что другие также думают. И существует множество достойных кандидатур, и они все сражаются за это место того, кому все будут предаваться. И по большому счету место-то занято, и поэтому то, что происходит в этом мире, мы видим, и Махабхарата описывает, и Бхагаватам, что эти постоянные кризисы, которые происходят, это потому, что мы не хотим по каким-то своим нелогичным причинам понять, что никогда ничего не будет по-нашему. Все будет прямо наоборот. Наверное, у каждого есть этот опыт. Он планирует что-то абсолютно подробно. Вот я такого-то числа поеду туда-то,
отдыхать, приезжает в аэропорт, а самолет отменен. Рейсы возобновятся через неделю. Я же спланировал, билет купил. Кришна, ну я что, преданный? Как вообще ты можешь так себя вести по отношению ко мне? Ну, получается, что может. У него это хорошо получается, причем. У него хорошо это получается. Потому что мы хотим, чтобы нам было хорошо. Но в тот момент, что я начинаю хотеть, чтобы Кришне было хорошо, чтобы его преданным было хорошо, чтобы я смотрю на великих святых, которые только и думают о том, чтобы Кришне было хорошо. И я как в тот момент, что я прошу Кришна, пожалуйста, позволь мне хотя бы один разочек сделать так же, Кришна становится нашим слугой. Он пытается помочь нам стать такими же. Он для этого посылает в этот мир этих святых, чтобы мы смогли хотя бы на их примере увидеть какой-то живой опыт предания. И может быть, в какой-то момент у нас появится желание, а вот я хочу стать именно таким. Вдруг у меня получится. И в тот момент, когда мы прилагаем усилия, Кришна, он счастлив, потому что в тот момент, когда место я, кстати, я как в русском, как не знаю, в украинском тоже, наверное, последняя буква алфавита. И в санскрите это тоже последняя буква алфавита. Да, Сойон Хараш говорит, что последняя. И не случайно во всех языках, перечисленных, как минимум, может быть, вообще во всех, это последняя буква алфавита. Это означает, что я должен пытаться удовлетворить кого-то, кроме себя. В тот момент, когда это становится центром моей жизни, что я в этом смысл поклонения божествам, что кто-то занимает центральное место в моей жизни, я уже встаю не когда хочу, а когда нужно. То есть я встаю к тому моменту, потому что понимаю, что Кришну нужно покормить, одеть, разбудить, ну и так далее. Моя смысл жизни становится Кришна. В тот момент, когда это происходит, все остальное меняется. Наверное, нужно закончить. Может быть, Таран Кришна Прабху хочет чего-то добавить. А можно ему микрофон дать? Ну, хочется же услышать, что вы думаете. Сегодня читали с запорожскими преданными Бхагаватам, и там описывается история с Свайамбхаваману. Говорится, что он это в 36 стих 22 главы. Говорится, что он наслаждался жизнью 71 период умножить на 4 миллиона 320 тысяч лет. И при этом он всегда помнил о Кришне. А в начале 8-й песни этой, там мы описываем, как он потом отправился в лес и начал медитировать, и хотели его убить демоны, но тем не менее он был погружен в мантру настолько, что Кришна пришлось ему защитить его. Вот, с одной стороны, здесь говорится, что нету желания облаждать свои чувства. В то же самое время мы видим, что все-таки преданные и Прохладу Махараджу, и Друи Махараджу предоставлялась такая возможность. И еще, причем с такой оговоркой, преданные говорят, нужно же еще и израсходовать свою благочестивую карму. Можете вот объяснить этот момент? По поводу желаний нужно понять, что мы не можем их запрессовать. Если мне хочется
чего-то, то я буду во время джапы думать о том, как бы купить новый телефон или поехать на обед в Париж. И ничего не поделаешь, невозможно запрессовать свое желание, такой мой духовный уровень, что можно поделать. Все равно даже в этом случае единственное, кому мы обращаемся к Кришне. Говорим: Кришна, помоги, только ты можешь разрешить данную коллизию. С одной стороны, непонятно, хорошо это для меня, плохо для меня, сделай что-нибудь. Либо помоги исполнить желание, либо избавь меня от него. Потому что какой смысл забивать желание, если мы будем всеми днями думать, как я хочу новую машину, как я хочу новый евроремонт. Это факт, это наш духовный уровень. Но весь смысл этих святых, которых упоминается здесь, заключается в том, что очень важно видеть же мой пример. Мы должны понять, что наши желания – это абсолютно не идеальный вариант. Но это то, что есть. Мы не можем это административными методами поменять. Мы можем только вдохновиться чем-то примером и попросить: Кришна, пожалуйста, помоги. И Кришна поможет. Нам не к кому больше обратиться, нет никакой необходимости обращаться еще к кому-то. Иногда преданные, помимо Хари Кришны, Махамантры, повторяют еще какие-то мантры. Как-то мы духовному учителю подошли, принесли какую-то мантру, спросили, чего это. Говорит: зачем тебе? Все равно работать не будет. Ты должен ее получить того, кто достиг совершенства. Но если есть желание, ничего с ними не поделаешь. Мы не можем их запрессовать. Сказать себе: я больше не хочу того-то. Но смысл в самих желаниях, удовольствий нет ничего греховного. Грехом является, когда мы хотим удовлетворять свои чувства вне Кришны, вне связи с Кришной. И нет ничего того, что не связано с Верховным Господом. Поэтому в этом нет, по большому счету, ничего страшного. Не нужно пытаться казаться тем, кем мы не являемся. Мы можем... Кришну не обманешь. Он в сердце все знает, что мы думаем. Но можно его попросить: помоги. Кришна, СОС, преданные, помогите. И тогда, может быть, по беспричинной милости Кришны и вайшнавов в один день появится другое желание. А вот Саша Джанмаштами, что бы мне для Кришны сделать? Что мне для вайшнавов сделать? А что при этом нужно ставить целью? Удовлетворение вайшнавов и... как это не перепутать с удовлетворением остатков эго? Так как что мы удовлетворяем какую-то телесную, какую-то потребность, и это поощряет эго человека. И как это, как вот это удовлетворение других, как оно, чтобы оно не было медвежьей услугой? Однажды духовного учителя спросил один из его учеников: я не могу готовить для Кришны, я не понимаю, что это такое. Но я всегда выбираю какие-то блюда, которые я знаю нравятся тому или иному преданному. Что мне делать? Он сказал: ничего страшного, это не отлично. Если ты готовишь для вайшнавов и готовишь для Кришны, это одно и то же. Поэтому служение вайшнавам не отлично служением Кришне. Нет в этом ничего такого страшного и плохого, когда мы делаем. Потому что нам сложно понять, чего хочет Кришна. Сначала надо понять, что он хочет, а как мне понять, что он хочет? Но если тем, что я от своего духовного учителя, это также слышал множество раз, что просто
заботься о том, чтобы вайшнавы были тобой довольны, и все будет хорошо. Ну, можно, да, чуть-чуть добавить. Допустим, если вы видите на... Ну, вы шли по дороге, и там мусорка оказалась, ну, спереди. И вы видите, там дети, которые живут на этой мусорке прям. И, ну, у вас, естественно, возникнет желание им помочь. И можно представить такую картину. Вы даете им конфеты, вы даете им там подушку, там одеяло кому-то. Там надо будет им отдохнуть, там, чтобы было, ну, устроить им комфорт в этом месте. Ну, понятно, о чем идет речь сейчас. И если, ну, такую благотворительность, ну, поддерживать, получится это одним и тем же. Ну, будет это равняться, ну, той помощи, которой действительно нуждались эти дети? Интересный, хороший вопрос. Но... Смотрите, тема вообще исправления других, она довольно-таки сложная. Вопрос заключается в мотиве. Что мной движет? Если мной движет желание помочь этому человеку, я могу сделать все, что угодно. Но если мной желание, движет желание унизить его и возвысить себя, нужно пойти куда-то подальше. Одним из 54 признаков гордыни является то, что я исправляю кого-то, когда меня об этом никто не просил. То есть мы не можем исправить другого человека, если он вам не дал нам такого разрешения. Обратите внимание духовных учителей. Когда к ним подходят и говорят: «О, Гурудев, Крипа Биндудия, пожалуйста, скажите, как я могу послужить? Пожалуйста, дайте мне личные наставления». В 99% случаев духовный учитель даст очень стандартное наставление, повторяя святое имя, служить вайшнавам. Почему? Потому что он не видит, что он может услышать то, что он говорит. И если тот человек, которому вы хотите помочь, может вас услышать, то, несомненно, это надо сделать. Но если это надо сделать правильно, тем, чтобы это до него дошло, это совсем непросто. Но просто показать ему, что вот эта мусорка, то ему там нравится на этой мусорке. Вы не сможете. Вы должны уметь пробить вот этот вот бронежилет, который есть. Когда Индра стал свиньей, ему там нравилось, хорошая мусорка вообще. Чего вы ко мне пристали? Какая-то Индра-Лока. Зачем мне это? Ну, то есть, это должно быть практичным. То есть, если вы можете этому человеку помочь, то вы должны это сделать. А если вы не можете, если вы просто сделаете так, чтобы он обозлился, обиделся, какая в этом польза? Например, если идет харинама, это не подобно тому, что противоречит вашему сейчас утверждению? Индра Прабху говорил, что... Его спрашивал мой духовный учитель: вот мы проводим харинамы, и люди злятся, и таким образом они совершают оскорбления. Он говорит, это исключение из правил, потому что последствия оскорблений временные, а польза вечная. Вопрос есть от того, что вы ему скажете, будет вечная польза. Ну, то есть все-таки мотив того, кто конечно, это мотив. Делает, мотив эту помощь. 200%. Конечно, мотив. Ну, а при чем тут гордость? Вы упомянули про гордость. Потому что вам никто... Ну, вот представьте себе, вы подходите к человеку, который видите первый раз в своей жизни, начинаете давать ему советы. Какова его будет реакция? Какова польза будет от вашего мотива? То есть, помимо мотива недостаточно. Нужно действовать таким образом, чтобы человек мог как бы воспринять то, что вы говорите. Допустим, мы как-то общались на эту тему, именно на эту тему с Бхактивинодом Кришна Махараджем. Махарадж, несмотря на свой статус, он саньяси и все. Он говорит: я никогда не делаю замечания тем, кого я лично не знаю. Никогда. Он говорит: если я вижу, что что-то нужно сделать, я специально ищу человека, который может до него это донести.
Это не будет работать. Вы можете подойти сколько угодно хорошим мотивом и сказать ему это. Но он не услышит вас, потому что, ну, чего вдруг такой-то подходит ко мне и что-то мне вообще еще говорит. Кто ему вообще дал это право? Это просто не работает. То есть вы можете подойти, ну, у вас, наверное, большой жизненный опыт. Вы можете сами оценить, насколько этот метод работает. Если вам кто-то подойдет просто с улицы, начнет давать вам советы, насколько вы воспримете эти советы? Это не работающий метод, абсолютно не работающий. Но если к вам подойдет человек, и вы чувствуете, что он абсолютно неравнодушен к вам, что у него как минимум есть какие-то с вами отношения, абсолютно не работает. Это целая тема, как исправлять других. У нас на это, ну, совершенно нет времени. Это надолго. Нужно еще как минимум один час, если не больше. Но, тем не менее, это просто неработающий метод. То есть, если у человека нет возможности вас услышать, лучше пройти мимо. Разумеется, есть какие-то ситуации, когда у нас нет выхода. Это когда кто-то причиняет беспокойство другим. И тут надо подумать, как лучше это сделать. Есть правила, к сожалению, точно не сегодня. Но, тем не менее, есть все равно правила, как это делать. И в какой-то случае это будет очень уместно, а в каком-то случае это будет очень большой бестактностью. И тут есть такое качество преданного, которое называется чувствительность. Нужно почувствовать, что в этом случае я должен вмешаться, я должен помочь этому человеку, а в этом случае я должен пойти дальше. Нет, сейчас, нет математической формулы, отношения – это не математика, невозможно выставить формулу. Да, давайте это последнее. То есть там как бы вот еще процесс только начинался. И после этого мне такое ощущение, что мне надо было вмешаться, запретить. Ну, вот как. Но вопрос, если вы могли предотвратить это, то есть вот сколько у вас была способность. И в тот момент я действовала тоже искренне. Но мне сейчас кажется, что надо было сказать, не, ну, остановить, прям схватить, сказать, что вы делаете. Если вы могли, то, наверное, надо. А теперь что делать? Уже все, коровы нет. Молиться Кришне. Что можно сделать? Ну, то есть, если мы можем предотвратить какую-то несправедливость, несомненно, нам нужно попытаться вмешаться. Вопрос, насколько мы можем. Нужно оценить ситуацию. Разумеется, если мужчина видит, когда пристает к женщине, он должен вмешаться. Нет никакого с этим вообще спора. Я, наверное, побоялась, там были трое взрослых мужчин. Но также нужно оценить свою возможность. Ввиду того, что все построено на убийствах коров, это бич современности. Если кто не знает, Индия является лидером мировым экспорта говядины. И что тут сказать? Ничего. Вы можете как-то это поменять? Нет. И тот же Нарендра Моди, который является, ну, реально ведическим очень правителем, то есть у него очень много ведических вещей, которые он делает. В определенных местах запрещено продажа сигарет, например, в святых местах продажа мяса. Тем не менее, явно ему тоже хочется, чтобы этого не было. Но он понимает, что его возможности ограничены. Да, нужно понять, в каком случае я вмешаюсь. Это один из причин. Я вмешиваюсь, чтобы помочь человеку. Если я не могу помочь человеку, рядом тут с вами, где-то я на какой-то отдалении, есть какой-то мясокомбинат, который убивает коров. Вы можете что-то помешать? Нет. Если вы можете, то надо помешать. А если вы не можете, то не можете. Ничего не поделать. Да. Я не уверен, что я могу помешать, чтобы на этом комбинате не убивали коров. Харинама – это единственное, что может поменять греховное настроение этого мира и распространение книг Шрилы Прабхупады. Мое время закончилось, и ваше тоже, к сожалению. Гранатар Шриман Бхагаватам Ки, Джай, Шрила Прабхупада Ки. А выключите, пожалуйста. Выключите вот это.